Дизайнеры прет-а-порте придумывают свои коллекции, из которых впоследствии модницы составляют гардероб. Сегодня высшим пилотажем стиля считается умение сочетать идеи различных дизайнеров, создавая свой уникальный стиль. Но есть еще одна концепция – индивидуальный заказ, который позволяет самому быть немного дизайнером. Большая часть гардероба Елены как раз и состоит из таких вещей. Мне нравится, когда я одна в этом хожу. Елена относится к категории клиентов, которые любят находиться внутри творческого процесса. Если тот год у нас был под эгидой романтизма, то в этом году мы уже миксуем между собой и классику, и спортшик. Как правило, большинство предметов индивидуального заказа – это вечерние платья или пальто. Но есть примеры и тому, когда персональный дизайн представлен в одежде для отдыха и всевозможных активностей. Одно из правил хорошего вкуса – пробовать все и не отрицать, не примерив. Ничего такого сверхъестественного, конечно, нет. Наверное, широкие брюки, да, я долго к ним шла, но попробовала, мне нравится. Много эмоциональных, но не случайных вещей. У нас вещи есть и для определенного случая, для выходного дня, но это те вещи, которые этому человеку необходимы именно в этот момент жизни. Цветной мех в последние годы вдохновляет не только дизайнеров знаменитых домов. Для модницы со стажем это новое поле для творчества. Я его обожаю. У меня его много. У нас в городе это не носят. И ты начинаешь выделяться, а я люблю выделяться. Начиналось действительно все с каких-то экспериментальных деталей, аксессуаров. А пока мы не научились работать уже с мехом, не постигли. То есть не только азы, но уже и ушли именно в какие-то ноу-хау. На данном этапе это коллажирование. Получается безумно красиво, безумно смело. Много-много красивых шуб. Ну, все остальное мы как бы делаем. Все клево. Но вот это будет просто супер. Сегодня существует множество концепций стиля, но, пожалуй, самым дорогим и изысканным является индивидуальный заказ, который по-настоящему эксклюзивен и часто не привязан к какому-то одному модному сезону.